Всем привет, друзья, с вами снова Катя, мы продолжаем проходить второй Dragon Age, мы с вами находимся на глубинных тропах, у нас здесь тут нифиговая экспедиция. Вот, в прошлой серии мы с вами нашли обход вокруг странного обвала, вот, и пришли в новое место, где есть жилы красного лириума. Вот, что такое красный лириум, мы с вами лучше и больше узнаем в Dragon Age Inquisition. Инквизиция, зачем-то это, не знаю, зачем так сказала, инквизиция. Вот, а в этой части нам так просто кратенько упомянуть, что это такое. У нас, ну, в общем-то, сюжет будет частично связан с этим веществом. То есть, по сути, красный лириум — это извращенный темной магией обычный лириум, который как бы в обычном своем состоянии синий. Я надеюсь, что я сейчас ничего не путаю, никого не ввожу в заблуждение, потому что я так сейчас по памяти пытаюсь вспомнить, что это. Но вроде бы я права. We're well below the deep roads. Whatever dwarves lived here, they came long before the first blight. But where are the statues of paragons? I don't recognize these markings on the wall or anything in the rubble. Who knows how old these ruins are? Maybe your people were different back then. I know enough about our history to know we haven't changed much. Dwarves have been mired in tradition for many ages. These dwarves might have been unique. If so, I hope they kept their valuables close at hand. Ну, посмотрим, посмотрим. Вообще, это все очень нехорошо и странно выглядит, да знаете ли. Особенно вот эти, собственно, жилы красного лириума. А это кристаллы, по-моему, обычного лириума. Но я могу быть не права, потому что... Не знаю, как-то, короче. Так, зачаровывающий аппарат, товары Бодена. Давайте продадим весь мусор. Так, лезвие Хайдера мы продаем. Ручной топор тоже. Превосходный гномий кинжал. Неварское копье 70. Ух ты, господи, 70 урона. Ну, вот это мы продаем. Вот это тоже продаем. Дыхание камня. Не, продаем. Так, вот эти две вещи мы, наверное, пока... Хотя... Не, ладно, давайте пока оставим, мало ли что. Одеяние спирального глаза мы... Бонус за комплект. Ну, у нас комплекта уже нет, поэтому мы это дело продаем. Так, вот это все тоже надо продать. Дальше. А, у нас больше ничего лишнего и нет. Так, зачаровывающий аппарат. Так, Авелин, Изабелла. А, давайте Авелин... Ну, так, руна холода. Что тут у меня стоит? Руна столкновения. Пусть будет. Посох Порталана. Плюс 4 круна от огня. А здесь сколько? Плюс 4 круна от холода. То есть, в принципе, все равно. Ну, давайте пока топор от Сагор сюда поставим. На Авелин пусть будет. Так, во, одеяние обманщика. Давайте вот руну охранения поставим. Лоскутная кожаная куртка Варика. Давайте на нее поставим руну удачи. Враги оставляют больше денег. Так, и, наверное, на наш шлем мы тоже поставим руну охранения. Отлично, отлично, замурчательно. Так, что еще можно в товарах Бодена купить? Зелье здоровья. Ну, у меня 19 штук, я надеюсь, что мне хватит. У меня сколько аптечек? 13 штук, да? Да ладно, давайте все возьмем от греха подальше. То мало ли что. Так, лириумное зелье 15 штук мне хватит. Настойка выносливости 15 штук мне тоже должно хватить. У нас, в принципе, как-то ну, нет проблем с выносливостью и запасами маны. Так, с вами можно поговорить, да? Нет... У меня здесь как-то тоже звук упоролся, прям как в вампире, что странно. Ну, а нам пока что вот сюда вниз, исследовать местность дальше. Unlike him, I wasn't born in Orzammar. I wouldn't even be down here if there wasn't profit in it. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. Whatever we find, it might not be very pleasant.
I suppose we'll need to go down there to find out. Да, да, да. К сожалению, да. Батюшки, у нас тут... У нас тут... Вот что. О! Только не говорите мне, что он... Он у нас на... Он против нас. Ребята, он против нас, каменный голем. Ох. Слава ситам. Так, мы практически... Все подняли новый уровень. Сейчас мы его и прокачаем. Господи, это было стрёмно. Может быть, если бы мы его не задели, он бы и не встал, но все может быть. Так, Арихалк. Мы почитаем про это потом. О, теперь у нас у всех уровень. Класс. Давайте качаться. Так, ну что, давайте, наверное... А, магии у меня пока достаточно. Телосложение, силы воли достаточно. Давайте пока покачаем немножко ловкость и силу. Я думаю, этого будет достаточно. Так, а здесь, что это у нас? А, маг подавляет физическую стихийную силу вражеских атак, становясь почти невосприимчивым к сбиванию с ног и другим эффектам, прерывающим бой. Отлично, давайте вот эту штуку прокачаем. Дальше, Варик, телосложение, сила воли. Тебе бы надо... Давай хитрость и силу воли, и нормально будет. Так, здесь что у нас есть? Это у нас откат. Здесь у нас... Вот давайте сначала все прокачаем вот здесь вот, по возможности. Град стрел захватывает более обширные области на поле боя и уменьшает скорость врагов до ползания. Отлично, давайте такое. Андерс, солнышко ты мое, чтоб тебе прокачать-то? Давай тебе тоже ловкость. Чуть-чуть. И в телосложении остальное все. Тут что-то у меня слабенький по жизни. Так, что у нас здесь? А, так, ты у меня хилер. У тебя еще вот это вот есть. Но мы тебя, наверное, прокачаем. Так, что это? Во время содержания приюта лечебницы в Киркуле Андерс многое узнал о целительстве. Благодаря этим знаниям он теперь может исцелять весь отряд единым заклинанием. О, да, детка. Андерс может воскрешать павших товарищей даже в разгар боя, восстанавливая при этом часть их здоровья и выносливости. Воскрешать или лечить, ребята? Воскрешать или лечить? Давайте лечение, воскрешение в следующем уровне прокачаем. Так, и Карвер, давай тебе до 30 силы. И вот так вот. Ты, по-моему, сейчас сможешь носить новый, этот, как его, мать его, новый молот. Так, а здесь, чтобы тебе прокачать, давай тебе прокачаем дрожание. Кто воина толкнет, толчок и получит. Когда воин ударяет оружием в землю, ближайших к нему врагов отбрасывает назад. Нормально. По-моему, ты ж теперь у меня можешь носить клятву преступника. Да, вот давай ты с ним походишь. Молот, конечно, очень прикольный, с каким-то обтесанным камнем. Выглядит довольно странно, но, по крайней мере, ты у меня будешь посильнее. Теперь, хотя бы чуть-чуть. Первозданный тейк. Новая локация тем временем. Хорошо, хорошо. Новый текст из кодекса, первозданный тейк. Господи, как много всего читать-то надо. А, меня что-то ждет вон там наверху. Что это такое, ДСУ? Идол из Лириума. Что-то мне не сильно нравится он. Да. It's definitely magic. And not the good kind. Doesn't look like any kind of lyrium. Потому что это красный лириум. Look at this, Bartrand. An idol made out of pure lyrium, I think. Could be worth a fortune. You could be right. Excellent find. Что он как-то так говорит странно? С тобой все в порядке, Бартрант? Не трогай! Не трогай! Не трогай! Not bad. We'll take a look around. See if there's anything further in. Мне не нравится это все дело, знаете ли. You do that. Вот, вы гляньте. The door!
Bartrand! It's shut behind you! You always did notice everything, Varric. Are you joking? You're going to screw over your own brother for a lousy idol? It's not just the idol. The location of this tig alone is worth a fortune. And I'm not splitting that three ways. Все-таки на него... Sorry, на него идол так действует. Bartrand! Нехорошо очень. I swear I will find that son of a bitch. Sorry, mother, and I will kill him. Что реально, у меня и здесь... И здесь звук сломался как-то. Это очень странно. Ну что, задание обновлено. Найдите другой выход из гномьей крипта. Ну, придется. Выбора у меня нет. Жесть, конечно. Это же надо. Брательник бросил. Охренел вообще в край. Сволочь. Но делать нечего. Надо... Надо, короче, искать выход. Батюшки света. Так. Фигачим здесь вот это вот дело. Вот так. Ай-яй-яй-яй, он меня ударил. Ух, ребята, как вы здесь? Бегу. Все? Да, вроде как все. Нет, не все. Так, вон тут еще набежали. Так, все, да? Отлично. Ох. Но лута здесь достаточно, да. Главное, чтобы у нас потом... Ну, как бы с вами, чтобы хватило места на все это дело. Так, а ну-ка, что это за интересное... Посохи. Неплохо, так неплохо. Вот этот вот особенно. Расписной зачарованный посох. Ну, у меня, конечно, по статам дополнительно лучше. А ну-ка. Ну, честь Малкольма, у тебя, конечно, вообще отличный посох. Может, нам поменяться? Хочу вот этот посох. Улучшается с повышением уровня. А у тебя, оказывается, колец здесь нету. Ну-ка, давай тебе поставим кольца. Тебе их вообще... Чё это у тебя так мало? Блин. Тоже хочу себе этот посох. Вот вообще-то мой посох типа фамильный. Это Малкольм Хоук, наш отец. Однако. Ладно. Пусть ходят. Как от сердца оторвала. Андерс, цени это, пожалуйста. Посох моего отца. Вот так-то. Блин, этот красный лилий, он, конечно, производит очень гнетущее впечатление. Стрёмно. Здравствуйте. Так, вон там еще заспавнились ребята. Ну что, погнали к ним вниз, что ли? А то ж они вон ждут нас такие. Это что вообще? Какие-то дикари, хрен пойми, кто это. Кто это вообще? Не знаю. Вообще хрен пойми, кто это. Так, тут никто не решил блестеть, нет? Нет. Тогда, Варик, будь ласка, открой мне этот сундук, пожалуйста. Спасибо.
какие-то дикари. Вообще они больше похожи на каменных каких-то элементалей. Все. Что-то здесь все стремнее и стремнее становится. Так, ну здравствуйте. Все. Enough. Опа. Это еще кто? I would not see these creatures harmed without need. You're the first one here that hasn't simply attacked us. They will not assault you further, not without my permission. А то кто? Что-то я не помню такого создания. They seem like rock wraiths, but they hunger. The profane have lingered in this place for ages beyond memory. Feeding on the magic stones until the need is all they know. Delirium? That's what sustains them. I am not as they are. I am a visitor. It seems mostly interested in their hunger. It's a demon come to feed. I would not see my feast end. Demon голода? I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. Don't do it. Demons will trip you up every time. Could be a way out of here. I don't know. What are our options? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask, and I shall tell you. Hmm. So what do you think? Так, в общем, короче, драться сейчас будем. У меня сломалась немножко игра. По какой-то непонятной мне причине. Но я думаю, это ничего страшного. Короче, я отказалась от предложения этого демона. Ну вот, решила, что ну его нахрен. Надеюсь, это было правильное решение. В общем, вот как-то так. Надеюсь, это было действительно то, что мне нужно. Не знаю. Так, сундукин. Башмаки с завязками какие-то, хрен пойми. И одержимый. Маловато денег с него упало как-то. Так, что нас ждет дальше? Мне вот интересно. Мы отказались от этой сделки. То есть теперь, получается, нам ключ надо искать как-то самим, похоже. Ой, прошу прощения. Что-то в последнее время слишком часто на сериях чихаю. Пардоньте. Так, ой. Здрасте. Так. Все? А, нет, еще. Бейте вы его, что ж он никак не сдохнет-то. Наконец-то. Ужас. Они как-то очень странно умирают, эти дикари. Вроде уже жизни у них нет, а все равно никак не сдохнут. Так, мне выпали зелья. Давайте призовем собаку. Что-то как-то привет, мой сладкий пряник. Мне что-то кажется, что там дальше будет какая-то задничка. Тут открытое место. Не очень хорошее.
Ага. Ой-ой. Пресвятые коровки. Серьезно? Да. Батюшки света. Так, давайте на него вот, например, вот этой штукой зафигачим. Ну что ж ты... Ага, вот оно как. Надо бежать, ребята. Так, Варик, давай-ка ты съешь лечилку. Блин, у тебя не стоит лечилки. Какой ужас, подождите. Так, сейчас. Зелье здоровья. А тебе настойка выносливости не нужна, что ли? А, ну нужна, но потом. Так, это зелье из эльфийского корня, да? Ну, пусть тоже будет. Давай-давай-давай, ставь. Так, и тебе нужно лечилку выпить. Что-то тебе больно, реально. Все, оно сдохло. Отлично. Жесть. Такой, типа, босс какой-то был прям. Ну, типа, ну ок. Пошли дальше. Полутать. See if there's something that can help us get out of here. Достижение разблокировано. Холоден как камень. Так, это, конечно, хорошо, но у нас тут как бы вот что еще. Спасибо. Спасибо. А, так, мы пришли отсюда, да? Да, и у нас теперь здесь проход закрыт. Интересно, однако, интересно. Так, это у нас выход на поверхность, да? Но сначала сокровища и скрипты. Есть посох Вальдасин. Вполне, кстати, неплохой. Можно его взять. Doors, да, да. И денежки. Денежки. Вполне неплохо. Так, давайте посмотрим, что за башмаки с завязками. Ну, такое себе, мои лучше. Дальше, что это такое? Перчатки держи камня. Нужна ловкость под это дело. Талисман медного нага. Прикольно. Пояс незнания, но мой лучше. Так, Вальдасин. 28 урона. Магия духа. Плюс 2 к силе воли. Плюс 5 к скорости восстановления маны выносливости. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Себе заберем честь Малкольма. Вот. Думаю, это будет хорошо. Так, и надо прокачаться. Тикс. Ну, давайте, наверное, вот хитрость, ловкость и все. Так, что мы можем прокачать вот здесь? Пока ничего. Что мы можем прокачать вот здесь? Давайте прокачаем... Огненный шар выжигает более широкую область и за большой вероятностью отбрасывает врагов. Давайте... Так, Варик, тебе давай в силу воли, в хитрость еще одну, и давай в силу. И прокачаем тебе вот пронзающую стрелу. Копье лучника убивает слабых противников на повал. Замечательно. Андерс, тебе прокачиваем еще немножко телосложение.
Потом... И давай все в магию. И прокачаем тебе здесь перегруппировку. Отлично, он теперь может воскрешать нас. Карверу мы, наверное, прокачаем еще немножко силы воли и все остальное в силу. И здесь улучшим ему торнадо. Вихрь всегда наносит критический удар слабым целям. Замечательно, все. Можем отсюда уходить. Достижение разблокировано, мастер оружия. Что это интересно за достижение? Может быть, типа, что я Карверу полностью ветку на двуручное прокачала? Возможно. I'd say this is our way back. How long to get back? If we're unlucky, maybe a week. And if we're lucky? We stumble over Bartrand's corpse on the way. Да. Хорошая шутейка. Нет. This part of the deep roads looks familiar. We're back where we started. And in only 5 days. Not bad, eh? Think we could take a break? I feel wrong. Let's make camp if you're sick. I'll wager it was those deep mushrooms we found. No. It... Carver! It's the Blight. I can sense it. Just like that Templar, Wesley. I'll be just as dead. Just as gone. There must be some other way. I'm not going to make it. Not to the surface. Not anywhere. It's getting worse. There might be something we can do. I stole the maps from a warden that had come to Kirkwall. I wanted to know if he was looking for me. He wasn't. The maps were for planning their own expedition into the Deep Roads. Does that mean the Grey Wardens are here? If the Wardens are here, I know where. We could bring Carver to them. And what? Become a Grey Warden? Is becoming a Grey Warden a cure? Yes, I suppose it is. But it's not without a price. One not everyone is willing to pay. What price? Make us breath, spit it out. The process of becoming a warden is unpleasant and irreversible. It also means you might never see your brother again. He might survive the Blight, but at the cost of becoming a Grey Warden. It's not an easy life, trust me. What about you? You're not a Grey Warden anymore? You think I got away? Eventually they or the Circle will drag me back. I've got no illusions about that. Короче, это вот один из таких сюжетных вариантов. То есть, если бы мы Карвера с собой не взяли, он стал бы храмовником. А если мы его берем с собой, то он станет серым стражем. Вот такое. If there's even a chance, we must take it. Then I hope I'm right. What's wrong? I think they're nearby. Or it could be Darkspawn. Ну, зашибись. Фига. Вот это как я сделала? Ничего себе. Офигеть. Anders. Fancy meeting you here, Stroud. I could say the same. Aren't you supposed to be dead? That's the rumor. But I didn't come here to swap stories with you. You mean the boy as a recruit? Of course you do. I'm sorry. I know this comes as no comfort to you, but we do not recruit Grey Wardens out of pity. It is no kindness. You think it's kinder to let Carver die from the Blight? Sometimes it is. Yes. Stroud, trust me when I say this one is worth your time. With the Blight over, you Wardens don't have recruits lining up. This is no simple thing, Anders. This may be as much a death sentence as the sickness, and you know it. He'll die anyway. Take him and try.
I'm asking you. If the boy comes, he comes now, and you may not see him again. Being a Grey Warden is not a cure. It is a calling. Are you sure about this? I'm not sure about anything, but I want you to live. We must move quickly if we are to make the surface in time. Then, I guess this is it. Take care of Mother. Что ж, вот так вот мы избавляемся от очень надоедливого спутника в нашем отряде, да. Теперь Карвер будет просто не игровым персонажем, то есть NPC. Home, sweet home. Finally. Oh, I wonder if Bartrand came back to the city. You think I'd be that lucky? Revenge isn't exactly the most pressing thing on my mind right now. I know. I'm sorry about what happened to your brother. He'll make it. Carver's stronger than he thinks. I should have seen Bartrand's betrayal coming. I'll find that maggot if it's the last thing I do. I imagine you'll be heading home to, tell the family. I don't have much choice. You'll be a wealthy woman, Hawk. It wasn't all for nothing. Будем надеяться. Baby, you made it home. Carver is with you. No. Is he coming back? I don't know. So the champion's brother was a Grey Warden. Yes, but that's not the connection you're looking for. Isn't it? The involvement of the Grey Wardens makes perfect sense. And the Champion's companions, Meryl, Aveline, Isabella, that Warden Anders. Don't remind me. I introduced them. We thought they all came from Ferelden together, but now it makes sense. Motive and opportunity. It's still not what you think. Then I need to hear more. Unless you've already decided. I can always go if you don't need me anymore. Tell me what came next. The treasure we found in the Deep Roads made us a fortune. The champion moved up in the world, literally. Bought a mansion in Hightown. Everyone knew who she was now. Even the Viscount was taking notice. The Grey Wardens left Kirkwall. It was months before we learned Carver survived. 3 years later, the Qunari still hadn't left. The Qunari insisted they were waiting for their ship. But some of us knew better. The compound was not meant to be permanent. There are concerns the Qunari influence is no longer contained. Was it ever? Kirkwall has tension enough between Templar and Mage, but these Qunari
They sit like gargoyles waiting for Maker knows what, and everyone goes mad around them. Nearly 4 years I've stood between fanatics. And now, this. Don't keep us in suspense. Leave us. Meredith at my throat, Orsino at my heels, and a city scared of heretical giants. Balance has held because the Qunari ask for nothing. Even the space in Lowtown was a gift to contain them. But now, the Arishok has requested you, by name. What did you do? I got his attention a couple of times. I guess I impressed him, but that was years ago. It makes no sense. And it doesn't matter. I just need them quiet. I remember how you helped my son. It seems you are meant to have influence above your station. Speak to the Arishok. Give him what he needs to keep the peace. Can you do that for Kirkwall, Sarah Hawk? Any idea what I can expect? None. Honestly, I don't think I've heard two direct words from the Arishok. Other than his rather deliberate phrasing of begone. If you think his asking me to notify you of this is strange, well, you would be right. Have the years been kind to Seamus? He is his own man. But your actions tempered him somewhat. He's not so angry at the world. I thank you for that. I may not agree with him on many things, but I am proud of what he is becoming. I'm always willing to assist. Well, that is an attitude this city has lacked for a long time. Appease the Arishok. Take his demand and let him return to dormancy. As awkward as this has been, it is better than the alternative. Maker, what a mess. Так, ну что, разблокировано достижение «Неудержимость». И мы с вами, ребята, начали второй акт этой игры. Первый у нас благополучно завершился. Вот, нам уже упала целая куча заданий, связанных с нашими спутниками. Вон, нам нужно со всеми теперь поговорить. Вот. Но этим мы будем заниматься уже потом. На этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребятки. И всем пока.